Приветствую, друзья, с вами Зидыч. Я думаю, многим было интересно, что же происходило на двухлетии ОБТ нашей игры. Конечно же, кто-то смотрел прямую трансляцию, но следить за происходящим на Твиче целый день просто невозможно. Поэтому сегодняшнее видео будет кратким видеоотчетом с мероприятия 1 ноября. Прибывать на киберарену гости начали примерно с 11 утра, я же там появился гораздо раньше, так как участвовал в подготовке к празднованию. Из выступающих игроков самыми первыми появились ребята из симуляторного режима команды МНС и НМ. Пришли они тяжело вооруженными, у них были здоровые сумки со своими русами, рудами, педалями, в конце концов трекерами и фритреками. Ребят, скажу честно, такого я еще не видел. Кто-то из арбитров даже пошутил, что ребята притащили из дома чуть ли не кокпиты. Главным ведущим мероприятия был Илья Борисович, он вещал со сцены, морально готовил публику к потрясениям, а поводы были. Например, призы для простых зрителей были в виде видеокарты NVIDIA 970. Вообще, главными спонсорами дня рождения игры были компании MSI и NVIDIA. В основном их технику целый день и разыгрывали. Сейчас вы видите один из способов ее розыгрыша. Илья объясняет общую концепцию проведения розыгрыша, а я раздаю в зрительском зале специальные билеты с кодами и даю уточнение. Суть билетов с кодами в том, что можно было его половинку кинуть в вазу одной из двух соперничающих команд. После соревнования из кубка команды победителя доставали билеты и определяли счастливчиков, которые могли получить ценные призы. Далее Илья со сцены представил команды. В то же время в комментаторской к матчу СБ режима появились Сквайр и Кримсон. Давайте послушаем пару отрывков из данного противостояния. Здесь очень сильную роль сейчас играет то, что эти пилоты привезли все свои джойстики, педали с собой и пытались за очень ограниченное время все это настроить, поэтому такие вещи вот будут, наверное, происходить, и, наверное, все друг от друга будут ждать ошибки. И, кстати, по-моему, сейчас Федук сможет атаковать Саида, у него вот это лобовая. Это будет лобовая, да, столкновение. И это явно ничья. Так. Ну, что тут можно сказать? Можно, наверное, поздравить команду МНС с тем, что Федуку удалось на ничью свести дуэль с, наверное, самым сильным дуэлянтом команды НМ. Да, самым сильным дуэлянтом. Матч СБшников оказался довольно долгим, остальные бои решили немножко подвинуть в графике. Пока что награждение, на празднике появились разработчики. Подготовка к их выступлению шла параллельно с конкурсом, о котором я говорил. Также разыгрывались более простые призы за ответы на такие же простые вопросы, которые, между прочим, писал я и Треда. Ну а дальше началось самое интересное. Разработчики отвечали на вопросы зрителей. А интересное тем, что были вопросы даже про появление британской наземной техники и не только. Разработчики, в свою очередь, отвечали на них довольно прямолинейно. Правда, записи ответов я, к сожалению, показать не смогу. Вы уж меня простите. Далее, наконец-таки, настал час X для меня и Валерия Треда. Нас посадили в комментаторскую для подготовки к ведению матча. Нам предстояло откомментировать 2 боя из 3, что запланировались на двухлетие игры. И это для нас было очень ответственным заданием. Конечно же, мы были рады такому доверию. С места комментатора был отличный обзор. Справа виднелась сцена с игроками, а также зрительским залом. Слева было игровое помещение для посетителей, о котором я не сказал, там стояло множество компьютеров с запущенной игрой и огромным количеством орлов на аккаунтах. В общем, народ катался практически на всем, чем хотел. Прямо перед нами виднелся бар, где активно брали прохладительные напитки, алкогольные, разумеется, ну и разного рода закуски. Ну а дальше времени гласить по сторонам уже не было, так как стартовал авиационный матч ребят из ДА и СВ. Да, видимо, Футул понял, что ему надо чуть подразогнаться, и он набрал больше скорости. Вот сейчас ситуация примерно выровнена 6. И теперь все, атака, ну, Аврора, атака Аврора. Вот она, плотная 6. Победа на этой точке команды The Rattler Футула. Но общий счет мы сейчас узнаем у арбитров. Да. Атакует Драгонвара, снимает 6 своему напарнику. Да, у него это получается, и сразу Футул уходит на огневую, чтобы спасти теперь снайпера. Какая дотянется. Какой размен. Да, получается. Получается на посадке. Есть атака. Получается. Есть. По-моему, не проигрывали. Может, одно поражение у них было, вот я точно уже не скажу.
Вот, и здесь, я думаю, там будет что-то интересное. Посмотрим, в любом случае, миссия провалена, отлично. Мы с тобой провалили миссию. Провалили миссию там, да. Какой ужас. Перед этим матчем также можно было попытать счастье, угадав победителя, ну и побороться за видеокарточку или другие призы. Также перед матчем из Германии, ГАТ и танкисты ВСУФУ я успел пообщаться с ребятами, которые подходили поздороваться. Вообще, хочу признаться, мне было очень приятно, что ребята меня узнавали, предлагали сфотографироваться. Фотографировались очень много, и это меня как-то прям, ну, не знаю, зарядило. Мол, люди ценят, уважают мою работу. У меня даже попросили автограф, который я никогда еще не давал. Подрастерялся даже, не знал, что написать. Так что спасибо еще раз всем тем, кто подходил пообщаться, говорил много хорошего. Кстати, вот спасибо испанцу, который, как выяснилось, занимается переводами моих видео для своих соотечественников. Оказывается, там во рту смотрят. Такого я точно не ожидал. Да и всем тем, кто поддерживает и одобряет мою деятельность дистанционно. В общем, я ушел от темы, закончились очередные конкурсы, и мы приступили к матчу команды ГАТ и ФУФУ. Хочу напомнить, что это был единственный интернациональный матч на мероприятии, поэтому народ в зале болел прям как на футболе. Собственно говоря, на карте Кубань. Да, я думаю, они даже в рандом успели съездить и разыграться на этом танке. Конечно. Пока мы тут конкурсы проводили. Проверили домах модели, все дела, какие дела, пробитие и все такое. Итак, давайте передадим слово Илье. Да, ребят, я прежде всего хочу быть на 100% уверенным, что мы готовы. Я попрошу режиссера дать нам на экран стрим. Да, мы, в общем-то, готовы. Обелич, мы готовы запускаться? И, занять стрелковые позиции, чтобы отстреливать танки. Ну вот с их врага. Позиции очень удобно, конечно, занимать точку С, потому что мало того, что они будут контролировать вот эту немаловажную точку, они смогут с нее прямо простреливать точку А, центральную точку. Там достаточно хорошие выступы они для этого, агрессивно играли, не давали передохнуть противнику, сами рвались в бой. Здесь же они предпочитают позиционный бой, и заметьте, уже первые две уже, два минуса. Уже три... Стоп. Ребята, две машины уже потеряли немцы. Команда Германии уже теряет два танка, то есть ребята из ФУФУ очень агрессивны. Агрессивно, так сказать, давит, отличную стрельбу показывает, потому что дистанция стрельбы довольно-таки ощутимая, если ты заметил, Валерий. Так вот, сейчас произойдет награждение медалями, и после этого я оглашу, во-первых, самого нашего эффективного игрока сегодня, по итогам трех сражений, а также мы разыграем с вами специальные призы для вас, болельщики. Ребята, это Изида. Дима Михайлов, он делает отличные обзоры и гайды для вас. Дима, я хочу, чтобы ты, во-первых, взвесил в руках вот этого монстра. Это игровой компьютер от MSI. Судя по весу, это нечто офигенное. И знаешь, кого? Мы его сегодня отдадим самому эффективному игроку нашей встречи. С результатом 318 очков по итогам трех боев. Самым эффективным, результативным игроком сегодняшнего товарищеского матча между командами ФУФУ и ГАТ становится боец с никнеймом Арго, команда ФУФУ! Браво! Это был последний матч, время уже было в районе 8 вечера. Команды пообщались, поблагодарили друг друга и разошлись по кафе. Отмечу, что перелет и проживание всем участвующим в соревнованиях игрокам оплатила компания Гайзин. И это для игроков было отличной возможностью увидеть Москву. Ведь были ребята не только из Германии, но и из Сибири. Здесь вот ребятам из Гайзин, конечно, большой респект. Надеюсь, что практика останется и, соответственно, такие лан-турниры продолжатся. Когда все ушли, арбитров и ведущих угостили огромным тортом с танком и самолетом. Вообще, честно говоря, сил на торт уже не оставалось. День получился очень атмосферным. На это мероприятие уже подходило к концу. Пожалуй, я и свой видеоотчет буду заканчивать с двухлетия открытого бета-тестирования War Thunder. Спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, ну и, разумеется, увидимся в следующих видео. Удачи!